экономические вопросы – это для меня более близкие. Второй момент, который я особо хотел подчеркнуть, из чего я хотел бы начать. Здесь, в этом зале, я единственный человек, который 40 лет тому назад начинал изучать проблему пятиэтажек. В апреле 1977 года Мосгорисполком поручил Мосжилнии проекту, он и сейчас существует в таком хиленьком состоянии, подготовить предложение о дальнейшей судьбе пятиэтажных зданий первых лет индустриального домостроения. Это где-то 56-57 до 65-67, ну, где-то вот до этого. Когда мы приступили к этому делу, первое, что мы сделали, мы пригласили специалистов, архитекторов и конструкторов. Экономическая часть была за нами, а вот техническая и архитектурная часть мы пригласили из института МНИИТЭП, поскольку именно этот институт и проектировал, и сейчас продолжает проектировать эти здания. Я имею в виду жилые здания в городе Москве. Не эти здания, а жилые здания в городе Москве. Значит, ну, как всегда, ученый, он начинает разбираться, кто есть кто и сколько у вас есть. На тот момент, в 1977 году, мы поштучно прошли весь этот жилой фонд, блочный, панельный, первого поколения, насчитали 12 миллионов квадратных метров, порядка 3000 домов. 8 серий. К7, 2.32, 2.35, 1.605, 1МГ-300, 1.515 – это панельные все, блочная 510 и 511 – это кирпичная. Она ничем не отличается от 510-й, блочные такие здоровые дома, но только из кирпича. Мы не рассматривали дома 515 серии, 9-этажные, они в тот момент тоже строились. Они ничем не отличаются от пятиэтажного дома, за исключением лифтов. А так все абсолютно один к одному. Всего к началу 70-х годов в СССР, я подчеркиваю, в СССР, а не в России, было построено порядка 500 миллионов квадратных метров пятиэтажного фонда. Ну, нетрудно посчитать. Сегодня у нас где-то в России, в России где-то 3 с небольшим миллиарда квадратных метров, где-то 400 миллионов приходится на Россию, ну вот удельный вес. В Москве 230 миллионов квадратных метров. Ну, считайте пропорцию, это очень просто. Самое главное, когда стал готовиться к сегодняшнему мероприятию, было очень сложно, мне хотелось освежить цифры. Прошло все-таки 40 лет. Никакой статистической информации, сколько есть домов, какой этажности на первое хоть какого-нибудь года после 80-го. Я не прошу 10-й год. Я понимаю, что 15-й это уже проехали. Но хоть на 85 ничего нет. Возвращаюсь. К процессе этой работы мы разработали методологию оценки экономической эффективности, провели соответствующие технико-экономические расчеты и пришли к следующим выводам. Первое. Все здания пятиэтажные мы свели в три группы. Первая группа, пресловутые К7-2.32, по нашему мнению, это и тогда было нецелесообразно их не реконструировать. Под реконструкцией мы понимали улучшение внутренней планировки и увеличение объема здания за счет надстройки. Не модернизировать, это улучшение внутренней планировки. Вторая группа, 1605, МГ-300, их, по нашему мнению, было целесообразно провести модернизацию. Я подчеркиваю, расчеты были сделаны в 1977 году. Ни о какой приватизации тогда речи не было. Никакой собственности на квартиры не было. Все мы были нанимателями,
которыми могли выселить и заселить или переселить, даже не спрашивая меня. Я был никто, такой был закон, ну, ситуация. Можно было менять квартиру, продавать. Да, меняя квартиру по договоренности. Это было знаменитое выражение, на всех столбах было написано. То есть цену квартиры-то я знал, но это, знаете, как у корейка, это другая немножко история. Да. Третья группа, серия 515, 510, 511, и тогда, и по моему глубокому убеждению, и сейчас их можно и модернизировать, улучшить внутреннюю планировку, и надстроить 2-3 этажа. Вот эти выводы с необходимыми обоснованиями были переданы заказчику Мосгорисполкому, докладывались на всех возможных на тот момент экспертных площадках, и никаких решений Мосгорисполком не принял. Вся работа к 1984 году была свернута, экономическое подразделение, которое вело эти все разработки, было ликвидировано. Ну, нет человека, нет проблемы. Это старый добрый способ, тут даже обижаться не надо. Примерно с 1982 года, после принятия очередного постановления партии правительства о совершенствовании системы эксплуатации, ремонта, содержания жилищного фонда, в недрах Госгражданстроя, была такая организация Госгражданстрой при Гострое СССР, которая занималась всеми вопросами проектирования, строительство, эксплуатации жилых и общественных зданий, то есть гражданских зданий. Вот вся эта тематика была постепенно им передана, и реализация этой тематики велась в институте ЦНИЭП жилища. Действительно, там осталось научное подразделение, но у которого и они не приехали по одной простой причине, не потому что они такие вредные, они нормальные ребята. У них разогнали все экономическое подразделение. Там сидят архитекторы, которые рисуют картинки. Очень красивые. В 86-м году Госгражданстроя, ЦНЕП жилища, был проведен всесоюзный конкурс проектных предложений по архитектурно-планировочным, конструктивным решениям и так далее. Документы все эти остались, но в период перестройки дела есть поважнее, и вся эта тематика окончательно заглохла. 91-й год принятия закона о приватизации, из-за которого весь сыр-бор сегодняшний заложен там. Я принимал некоторое участие в подготовке предложений к этому закону, и я столкнулся с ситуацией, когда я нашел закон о приватизации Швеции, и там было черным по белому написано: категорически запрещена приватизация квартир в многоквартирных домах. Я думаю, что это? А потом до меня дошло. Нарушается принцип, святой принцип: один дом, один хозяин. Что мы сделали? То кондоминиум, то это самое непереводимое, еще чего-то. Все отсюда пляшет. Но 99-й год, постановление правительства города Москвы. Дайте еще. Вот. Правительство города Москвы, программа о реконструкции, капитальном ремонте пятиэтажного фонда. Под реконструкцией пятиэтажного фонда понималось их снос. Пятиэтажные здания были уполовинены. Из 12 миллионов снесли 5, в том числе и те, которые можно было модернизировать. Причем, когда писалось это постановление, когда я его прочитал, я увидел, что те, кто его писал, совершенно даже не догадывались,
о той работе, которая была проделана несколько ранее. Вторую часть своего мармезонского балета я посвящаю анализу тех предложений, которые разработал департамент градостроительной политики, и мои, так сказать, соображения. Первое. Срок службы пятиэтажных зданий, это на сайте этого департамента, определен в 25 лет. Ну, фантазии понятно. Я только напоминаю, что ни в одном действующем нормативном документе таких сроков нет. Есть один единственный срок. Срок службы здания определяет сроком службы фундаментом, стен и перекрытий. Все. Все эти здания имеют бетонный фундамент, железобетонные перекрытия и панели или блоки. Все эти здания относятся к второй группе капитальных 125 лет. Согласно действующего положения московского, положения по организации капитального ремонта жилых домов в городе Москве, МГСН 300.01, эти здания отнесены к 125 годам. Вывод. Либо специалисты департамента градостроительной политики не знают нормативную базу, что свидетельствует о их низкой квалификации, либо сознательно вводят всех в заблуждение. Ну, насчет опечатки это я. Сознательно опечатка. Да. А? Я в их пользу. Так получилось, что задирать. Да. Второй момент. Власти Москвы заявили о сносе почти 8 тысяч домов площадью 25 миллионов квадратных метров. У нас пятиэтажного фонда такого нет. У нас осталось всего 6 миллионов. 25 минус 6, 19, это 9 этажей и выше. Это 9 этажей и выше. Ребят, называйте кошку кошкой, и вы говорите, что мы сносим дома все. Вывод. Декларируя снос пятиэтажных зданий, власти Москвы намеревают снести 19 миллионов квадратных метров зданий выше 9 этажей, которые простояли менее 50 лет. Не очень трудно посчитать, какой у них реальный физический износ. Третье. Префектуры к 1 мая должны провести поквартирный опрос населения. Поквартирный опрос уже сделан. В целом, 4 апреля провел социологическое обследование. Я, в принципе, ничего не понимаю в социологических обследованиях. Ну, ничего. Я читаю вопрос. По какой причине вы поддерживаете новую программу сноса? Ответ. Давно построены 23%. Ветхое жилье 17%. Новые жилые лучше 16%. Не соответствует нормам проживания, небольшая квартира 14%. Итого 80% респондентов за программу. Я еще раз повторяю, я ничего в этом деле не понимаю. Я только знаю, что любой нормальный человек хочет жить в новом доме, в просторной квартире. Но это мое желание. Это мое желание. А реальные возможности зависят от толщины моего кошелька или бюджета города для переселения. И мне очень интересно, какой ответ будет получен на вопрос, поддерживаете ли вы программу замену ваших «Жигулей» первой модели? Конечно, поддерживаю. Ну что спрашиваете-то, ребят?
Третий. Документ, который внесен в Думу, я его не читал. Я его, честно вам скажу, я его не читал. То, что я говорю, это все, так сказать, то, что на сайте, так сказать, говорилось в средствах массовой информации. Властям предлагается решить вопрос, разрешить властям Москвы сносить пятиэтажки и конструктивно аналогичные дома. Вы знаете, даже моей буйной фантазии, а меня трудно чем-то удивить, я не знаю, что такое конструктивно аналогичные дома. Все дома... Все аналогичные дома вообще. Поэтому я не читал нормативные документы, но как большой несостоявшийся историк, я знаю, что либо мы живем в едином государстве, либо мы живем в отдельном княжестве. Не может быть отдельный жилищный кодекс, гражданский кодекс и прочий, да, уголовный кодекс отдельно для Москвы. С моей точки зрения, крайне опасна норма о том, что технические и санитарные регламенты в зонах реновации, слово реновация я вообще просто не понимаю, будет определять мэрия. То есть норм нет. Следующее. Сутью законопроекта, по словам Собянина, это принудительное выселение, поскольку судиться можно годами. Логика, конечно, железная. Бессмысленно. Да. Даже годами. Но. В Москве снесли 1600 домов без специального закона. Никто, я, может быть, и судились. Но как-то это дело обошли. Выселили 1600 домов. Пятиэтажных. Да, совершенно верно. Да. Поэтому с правовой точки зрения это мне кажется весьма сомнительным. По поводу коммуникаций, которые проходят внутри стен. Покажите мне эти коммуникации, которые проходят внутри стен. Я их не видел. Хорошо. Значит, но это не аргументы. Значит, если у нас технология капитального ремонта осталась в позапрошлом веке, то это проблема совершенно другого порядка. Нужны новые технологии капитального ремонта. Когда я специалистам, которые проводят капитальный ремонт, показал брошюрку под названием «Инструкция по ремонту и эксплуатации пятиэтажных зданий», а говорит, а где ты ее взял? Я говорю, в интернете скачал. Она действует. Вывод. С моей точки зрения, сегодня принимать нормативно-правовые документы, регламентирующие вот это очень опасная вещь. Как только мы примем этот закон, он будет давить на экономику. Мы все будем к нему подвязываться. С моей точки зрения, надо успокоиться всем и провести нормальное, комплексное изучение архитектурных, технических, типологических, социальных, экономических последствий всего этого мероприятия, разработать альтернативные варианты и только после этого принимать какие-либо законы. Спасибо.